Встреча знакомых белорусов. Пытаюсь свои какие-то наблюдения, замечания высказать. Значит, ноги, стойка вроде бы видимость есть, но ноги практически от пола не отрываются. Вот эти прыжковые, так сказать, перемещения, прыжков нет, и перемещений не хватает. Значит, что заметил? Хватка. Хватка перекрученная, то есть плоскость кисти не параллельно плоскости ракетки. То есть это для тычков слева удобно, а все остальное... Вот сейчас вроде двигался, но совершенно неправильно. Так. Здесь кисть будет лучше видно. Не хватило замаха под стол. Ай-яй-яй, сейчас толкнулся, тоже вращения не хватило слева. Сейчас не успел. Сейчас вовремя, хорошо. Подача из кулака непонятно, надо поправлять. Играть может по таким, это типично для начинающих. Хватку надо смотреть, хватку обязательно. Чуть не дошел влево. То есть подачи, подброса не было. Закономерность, надо потренироваться, да, по высоким вращениям мячам поиграть.